Друзья, всем привет! В общем, начинаем проект самого бюджетного трактора в мире, который будет базироваться на классической раме. Будет сделан передний ведущий мост. Двигатель будет такой же точно 17 лошадиных сил. Коробка, раздатка, реверс, в общем, рулевая рейка. Сиденье будет стоять, ну, другого у меня нет, от X5 со всеми регулировками. Пять моторов только находятся в сидухе. На подголовник, регулировка, все дела. Также руль от X5 с управлением всех этих на руле, да, причандал. Один мост я уже разобрал. Будем делать из него передний ведущий мост. Так как... кстати, о чем я, да? Вот, сейчас выскочит скриншот. Комментарий к видосу. Нужен очень-очень бюджетный трактор. Поэтому немножечко снес запчастей. И будем сейчас из всего этого делать абсолютно бюджетный, я бы даже сказал, бесплатный. Бесплатный вариант мини-трактора с куном. Как-то так. Ладно, весь процесс показывать не буду. Покажу конечный результат. Итак, друзья, удалось мне все-таки собрать тракторок с куном. Сам процесс не показывал. В общем, давайте сейчас откроем и посмотрим, что у нас получилось. Вот, ребятки, получился замечательный полноприводный тракторок с куном. Ну, не знал, какой кун сделать. Короче, на полкуба сразу ему забабахал. Так, двигатель 17 лошадиных сил, мужики. Значит, коробка, раздатка, реверс. С муравья, правда, стоит. Ну ничего, работать будет. Сидуха с X5. 5 двигателей в ней регулировочных. Руль также с X5, поэтому такой большой. Все, можете забирать абсолютно бесплатно. Наверное, самый бюджетный вариант трактора в мире. Все, адрес напишите в личку, я вам его отправлю. Абсолютно бесплатно. Как-то так.